А теперь о событиях культурных. С ними вас познакомит наша ежедневная рубрика. Отдел «Штайнберг» приглашает за новой коллекцией «Осень-зима-2017». Легкие пальто с наполнителем из пуха белой утки и объемные куртки от премиального бренда «Наоми» защитят вас от ветров и морозов. Элегантные и стильные кашемировые пальто марки «Лапландия» для ценителей классики в стиле casual и спортивного стиля. Фирменный отдел «Штайнберг» – это всегда качественные материалы, современный стиль и индивидуальность. «Штайнберг», Северодвинск, ЦУМ, 1 этаж, Архангельск, Атриум, 2 этаж. Здравствуйте! В нашем культурном Северодвинске появился очередной арт-объект. Сегодня его открыли у Дворца молодежи «Строитель». Свидетелями этого события стали десятки горожан. Это знак признания в любви Северодвинску. В мастерской Дворца молодежи «Строитель» его сделали за 3 дня. Яркий памятный знак сразу стал объектом пристального внимания малышей. Плюс Северодвинск, потому что он красивый, и все в нем живут, я в нем живу. Этот знак к любви нашему городу. Все мы живем в этом городе, и каждый его по-своему любит. И мы очень рады, что такая стела, да? Стела ведь это правильно нам сказать, появилась у нас в городе. Многие города уже гордятся такой стелой. Теперь очередь дошла и до нас. На торжественном открытии горожане во главе с мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным исполнили песню про любимый город. Администрация Дворца молодежи сняла клип. Северодвинск, берег белого моря.